Добрый день, дорогие друзья! Те из вас, кто внимательно следит за ассортиментом магазина и появляющимися новинками, наверняка уже обращали внимание на замечательные наборы походной посуды от американской компании GSI Outdoor, которая называется Pinnacle Dualist. Ну, для тех, кто с ними еще не знаком, напомню, что существует несколько версий этого набора посуды из нержавеющей стали, предназначенную в первую очередь для использования на открытом огне, и из анодированного алюминия, предназначенного для жидкотопливных или газовых горелок. И вот недавно у нас появилась еще одна модификация этого набора. Называется он Pinnacle Dualist HS. И вот что он собой представляет. Это все тот же хорошо знакомый вам Dualist объемом 1,8 литра. Но при этом у него снизу есть вот такой вот теплообменный радиатор. Благодаря использованию этого теплообменника время готовки и расход газа, соответственно, уменьшается до 30%. Это уже весьма серьезно. И на это стоит обратить внимание. Вот, крышка имеет вот такие вот отверстия для слива воды, которыми очень удобно пользоваться. Рукоятка выполнена складной, которая при этом хорошо прижимает крышку. Пакуется это все вот такой чехол. И внутри этой емкости вы найдете сначала две, а впоследствии четыре вот таких тарелки, внутри каждой из которых лежит небольшая складная ложка и тряпочка для протирки. Одним словом, новинка прекрасная. Крайне рекомендую обратить на нее свое внимание, потому что экономия топлива и времени в поездке – это немаловажно.